Mario.
Всем привет на 120-м стриме. Мы продолжаем проходить игру Super Mario Bros. 3 вместе с Тором, которому мы сейчас позвоним. Привет, Тор. Здорово. Так, сейчас опять по звуку. Привет в чатике, да даже если там никого нет, сряд, ну, да. Привет Тору в чатике, Судалу в чатике. Ну да, им особенно. Тор даже еду успел размикать к началу-то. Так, сейчас, по-моему, эмулятор тихо. Все. Боже мой, восьмой левел, какой он ужасный. Я его ненавижу. Ну, да, заставляет попотеть. Кстати, ты не поверишь, я нашел Айвана Би, похоже на Марио. Так они же, в принципе, все похожи, но отчасти. Нет, именно третий. Там такая же карта, так же выбираешь левелы, так же монстрики ходят. Но, честно, одни шипы, вот честно. Вот кроме карты ничего нового нет. Нет, кстати, я так... Так, давай начнем, я пока расскажу кое-что. Сейчас. Давай. Так, я, да, хожу? Да, ты же короче, ходишь. на стриме у Задреса... Ну, что-то так, тоже обсуждали, какие есть айваны, какие ему нравятся, какие нет, вот, и... Он говорит то, что да, вот есть, то есть айваны, которые именно стиль, вот шипы, да, а есть другие, в которых, ну, хотя бы какое-то там разнообразие есть. И так вот, и то есть в вот этом айвана-сообществе, ну, он же там вроде как сидит или что-то такое, ну, таких вот, кто любит именно, чтобы все было в шипах, меньшинство, но есть люди, которые играют только вот в те, которые вот сплошь шипы. Ну тут, не знаю, как говорится, о вкусах не спорят, но мне не нравятся только шипы. Ну, большинству не нравится, большинству людей не нравится. И понятно почему. А вот некоторым почему-то они только в это играют. Это же очень скучно, это банальное повторение. Ну, вот, как есть, не знаю. Почему-то они в это играют. Я-то согласен. Видать, они выучили все комбинации и к новому приобщаться уже не хотят. Ты же видел этот вот прыжок, вот, который там чел создал, чистый экран с прыжком, там, который нереально выполнить, но он же сам его выполнил. Не видел никогда? Нет. Блин, много потерял на самом деле. Ну, там просто такой прыжок, который размикрить вообще нереально, но вот он сам же смог. То есть там игры нету, только один прыжок. Ну это вообще жесть, это не очень. Честно тебе сказать, это очень не очень. Блин. Но опять же таки, мне нравились те, ну, кто создает моды, создавал моды. Хрена себе ты перепрыгнул. Да. Вот. На Марио говорили, что ой, это крутое Марио там, знаешь, как обычно, гиперсложное. Я говорю, ну давайте я вам поставлю один кирпичик в конце левела. Гиперсложное Марио. Его пройти нереально, да, я сразу скажу. Но, тем не менее, вот весь хардкор почти все время во всех айвана и Марио вот, китайских, именно китайских или корейских, сводится именно к такому, что там просто один пиксель, на который надо попасть. Не какая-то интересная там задачка там, ну, даже пускай прыжковая там от шипов, а просто один пиксель. Ну вот некоторым нравится именно... Я вообще не понимаю, ну зачем? Ну вот я говорю, некоторым людям именно вот нравится такое, не знаю, ну вот как бы сложно их судить, но вот им вот такое нравится. Да не зачем судить, ну нравится пускай играют, но я такие игры вообще не понимаю. Ну большинство людей... Пройди мне, рыбок. Я? Ну да, вернись, пойди. Так тебе еще 8-1 проходить, так что я давай 8-1 лучше пройду. Привет, Санка. Почему тоже? А кто еще? Кто-то еще проходит? Ну, не знаю почему, может, ты взял и вдохновил людей на прохождение вдвоем. Я-то не могу отслеживать СК2 24/7. Вдруг уже сюда кто-то еще захотел пройти Марио, почему нет? Ну, не знаю даже. Так что почему? Тоже уместно. Ну, а он назад... Да приедет. Сидя прыгать, наверное, очень удобно. Кстати, тут спидранник только так и прыгал.
Недавно мы с Альфером проходили, сейчас перерыв уже минут 15, потом решили еще раз. Дошли до Супер Шреддера, и у нас... До чего дошли? Это что такое? Мне не совсем понял, что это. Что-то я такого не видел в Марио. Может, какого-то из боссов так зовут? А при чем тут Марио? Не связанный комментарий, ну да ладно. Не, ну черепашки это тоже хорошо, не, ну давайте тогда о черепашках, да. Не, ну хорошо-то хорошо, только при чем тут Марио? Да, ну как, Марио не очень, поэтому хорошие черепашки. Все, радуемся черепашкам. Ты хотел сказать, ты еще сдохни на пульте. Да нет, я это видел, что она летит. Да ты бы не сдох, у тебя же грибочек. А было бы прикольно. Бабах так в пульку. Ну сейчас мне рыбки выпадут. Ой, слава богу. О, вот это мой левел. Ну видишь, не зря я не пошел к рыбкам. Я прошел 8-1, ты пролетаешь. Не забудь листик взять-то. Возьму. Пролетаешь 8-2, и потом я сливаюсь в замке. Ну, я так понял, в этом Марио 3 строчки всего. Ну, походу. Инвентарь состоит из трех. Марио 3, 3 строчки. Все логично. Успел разогнаться, странно. Успеваю. Ну я только размик-то нормально. Вот. Бегим. Летим. Ну блин, изикор же, ну. Ну я согласен, что нет. Да, пускай сюда. А я... Ох ты! А нет! А ты чё? Что я делаю? Паника такая. Я не играл этих черепашек ниндзя, ну видел на ютубе там еще где-то, но не играл там. Мы проходили с хвостом. Причем именно проходили. Ну, после стрима, да, наверное, но только у меня в избранном его нету. Так что, не знаю. Ну, в принципе, если позовете, наверное, приду, посмотрю. Не, ну, честно, я с утра был занят. Дождь не шел, как я тебе сюда сказал, и я поехал. Вот. Ну, я там пришел, я не помню, во сколько. Так, ну мне-то листик нужен. С чем тебе листик? А какой там путь? Ты не помнишь? Вот помнишь, то, что ты тогда вот нашел и что-то потом слился? О-о-о, спроси, что полегче. Я не помню, что сегодня было. Сюда точно, по-моему. Блин. Ну блин, затормозил. Сюда точно. Да нигде с Англ, вот замки остановились в тот раз. What? Ну кстати, у нас жизни почти поровну, то есть, ну, вот так-таки нормально. Не, вообще-то поровну, у тебя... Ну ты еще тогда слил, у тебя стало 3 жизни? Нет, я же не слил ни одной жизни, я же брал в боксе, да. В смысле? Я же жизнь всегда брал. Короче, у нас поровну сейчас будет. Нет, у меня уже 3, по-моему. Или 2, или 3. Ну вот, у тебя 3, а у меня сейчас будет 3. А, ну сейчас я сдохну, и у меня будет 3. Ну да, вот. Да что я... Не, давай проходи. О, и что ты будешь делать? Назад идти? Нет, наверх. А. Нет, я перепрыгну. Да, он поел перед стримом прям. Да, только что. Да, успеем. Вот и грибочек. А вы думали, что ничего не могут? Все, хватит. Как-то я пресно играю, надо музыку включить. Музыку? Ну да, я звуки выключал. Мне тут мешали. Настраивать стрим, так. Не соупочить. Да! Пересоупочил. Которая тоже ест? Не знаю. Блин.
Да не беги там на фармишь, чё ты. Ну, не уверен. Не, ну грибочек, ну может на фармере, если не затуплю. А, вот еще одна. Да ладно, там изи. Единственный минус это вспомнить, куда бежать. Вот наверху что и от ХЗ вообще. Куда же бежать, я забыл. Ну, а грибок на фарму. Здесь не падай. Да, тут грибок не поможет вообще. А листья где-то тут, по-моему, будет дальше. Ой, я не знал, что он там, забыл точнее. А, вот листик. Куда же бежать, куда же бежать? Там, я помню, прямая будет. Вот сюда, по-моему. Не уверен. А... Да, 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 сюда. Нажимаешь пешку, бежишь по нему, не... как сумасшедший. А у меня нету... Кого? Вот, вот, и эта дверь, она. А, тут даже не обязательно быть огромным. Нет, там же все пробегаешь просто. Блин, а я об этом не был уверен, поэтому затормозил. На скорости. Хоть! Не, я лучше подожду. Что-то так. Не проснулся с еды. С еды? Ну да. Да как? Я тебя хотел вот так. Ну, ой. Сангл для того года это креативно, да. Не, вообще игра вот в целом она неплохая. Очень даже. Она выбью все монетки, буду аккуратным. Да. Ать! Сразу. Не тормози, мы не совупуки. Так, что у нас тут? Я бы мог второй грибочек там выбить. А, смысла нет, там уже возьмешь потом. Ну, чё, тем более тебе грибочек не нужен, тебе листик нужен. А в лаву падать ничего не нужно. В лаву все равно падать больно. Так и так. Могу запрыгнуть. Ой. Ну на фарме листик лучше. Вот это печалька. Да. Я хочу листик. Оп. Я жаду. Тут просто проще, что ты парить можешь вниз, когда перепрыгиваешь. Если там неправильно куда-то. Вот это, да? Да. Да, да, да. Только беги на пролом, если что, просто потеряешь этот грибок. Все. О, идеальненько. И чё? А здесь чё, куда? Ну ищи. Ой, дверь исчезла. Стоп, так это ж тот момент обычный, вол. Смысла нет. Откуда? А куда бежать? У меня такой же вопрос. Тогда у меня пока нет идей. А в каких местах ещё у меня было? Может, реально, как мне посоветовал карту нарисовать? Ну, там ничего нет. Рисуй! Сюда вырисуют карту. Я что-то не понимаю пока. Не, рисовать это вообще не мое. Рисовать не твое, ты не будешь рисовать. Не, ну у меня рисунки получаются, ты бы видел. Никому не посоветую такое смотреть. Так, это не верхняя дверь. Да, ну да, чисто замануха. Чу! Вот это плохо. А здесь мы были во всех этих дверях? Вот это плохо. Две жизни. Без музыки что-то скучно. О, включили обратно. Да, это поворот. Откуда я знал, что я выйду, меня сразу вниз затащит. Ну, я, например, помню.
А я, например, нет. А вот в той двери верхней что, мы так и не ходили ни разу. Да ладно, ты ж ходил. Нет, по-моему, нет. Ходи. Ну, что-то не помню. Вот. Вот. И что это за место? Не знаю, прыгни влево. Не, влево ничего. А может там жизнь? Жизнь? Ну потому что что-то, неужели грибок так спрятали? Не знаю. Я проверил. Ну, судовы заставляют меня проверять секретки всякие. Делать всю грязную работу. Уч! Я пойду проверю все равно. Не пойду туда, не хочу. Не, ну интересно, я пойду посмотрю. Делать там нечего. Ну иди еще выход, я буду смотреть что там. Да ладно, если что, 8-1, 8-2 еще раз пройдем, лол. Какая разница. Чего-то не хочется. Честно тебе сказать. Хочется уже добить этого магли, не играть в него. Жуткая вещь. Ну это вряд ли. Да что ж такое? У меня такое же было почти. Так. Я туда не пойду. Я буду путь себе делать. Так, эта комната ни о чем. Она никуда не ведет. Это тоже. В этой двери мы из этой двери выходили. Я помню. Шикарно, шикарно. И что мне делать? Ладно. Проникаю. Как-нибудь. Здесь, по сути, делать тоже нечего. Нет, я выхожу здесь, где кубик, не кубик. Там. Там та комната с неизвестным этим. По сути, тоже делать нечего. Справа это то, куда мы обычно ходили. Справа я в принципе никак не попаду. Не, ну справа это вот, куда мы, ну, выходили всегда. Только мы там с той двери выходили, прыгали там. Где-то листик фарм. Цветочек, ладно. Пойдет цветочек. То есть там, где-то листик фармил, это тут то место. Вот эта дверь туда ведет. Может, вот наверху все-таки кстати. Дверь какая-то невидимая. Да что такое? Да хорош! Опа. Что? Блин, а может наверху что-то есть реально? Ну вот там, где ты открыл блок. Это я понял. Заходи. Грибочки. Не, я без грибочка грибочку туда не пойду. Грибочка фарминг. Там опасно, я не пойду. Только грибочек. Хотя бы один. Долго не фармит. Хотя бы один. Интересно, а черепашки умеют отражаться? Нет, по-моему, от этой нет. Чё, она там зависла, что ли? Исчезла, что ли? Лох. Исчезающая черепашка. Так, ну сюда мне незачем заходить. Угу. Да что такое? Ну допустим, и чё? И на ничего? Самый верх запрыгну. Ну, налево, да. Вот тут не заходится в дверь, может, она невидимая вообще? Нет. А справа, кстати, что такое справа? Мы там не были никогда. Вот хороший вопрос, но он не движется туда. Сейчас подумаем. Здесь выхода в эту комнату? А мы здесь не во все двери заходили. Вот в эту дверь, помню, заходили. Что да? Тут? Что-то я не помню, да. Давай посмотрим. А, вот это, которая здесь. Это здесь, но не там. А вот эта дверь. Ну, скорее всего, туда выход. Ну да, посмотрим. Да. А назад, влево, влево заходи, чтобы дальше там проверить. Это только что ты заходил. А влево это вот. Ну, а справа ты там не ходил еще? Что там вообще справа? Что там, я скорее всего, следующая дверь. Ну, это я помню. Внизу, внизу ты там был 100 раз. Это где грибок фармит, листик фармит. Угу. О, опасно-то как. А вот здесь я что-то вообще не помню, куда это ведет.
странный выступ какой-то. Вот кроме той двери, пока подозрительных объектов-то, собственно... Ну, та дверь явно для выхода, а не для входа. Это туда, ну, это ДП. Здесь тоже были, выходили 100 раз из этой двери. Звёздочка. Ну, допустим. Его шо? Убить можно? Ну, с этой можно. И это вот здесь. Это здесь я выйду, допустим. Стена какая-то. А, не понял вообще, как убила. Чё-то я не понял, просто куда бежать. Ну, да, пока это... одна подозрительная дверь, это та. Да, но это она, же говорю, она явно на выход, потому что там стена. Где-то, блин, или стена прозрачная есть, или дверь невидимая. У меня такое ощущение. Ну, значит, это по нажатию кнопки действует. Но мы, по-моему, уже во все места попадали, куда можно успеть по нажатию кнопки. Ну, у меня еще есть, погоди. Смотри, когда ты нажимаешь кнопку, бежать надо. Ну, вот это именно, который сейчас вариант я сделал. Не вперед, где монетки, а выходить назад в дверь. Где? Не потому очень... назад я не выходил. Не может, там что появляется. Именно появляется дверь. Стоп, сейчас направо, да? Как будто вот здесь дверь должна быть. Тут вроде все логично. Мне на самом деле вот там ощущение, помнишь, где ты сейчас был в той синей комнате, где наискосок ездил вот этот камень, да? И там была справа дверь, а за ней еще пустое пространство. Ты там нажимал вверх? Нет. Блин, у меня такое ощущение, что оно как-то прям выемка, похоже, что дверь. Может, они прям две двери рядом стоят, одна невидимая. Это вот эта, по-моему. Не, дверь. ну тут вообще, вот в эту дверь заходи. Вот, нет, блин. А справа, смотри, место, которое мы вообще не были никогда. Были. Да ладно, разве? Это дверь, где напрямую бежишь. Что-то не помню такое. Ну я же бежал только что. Вот в этой двери это. Нет. А. Нет, вот так, не, ну так а снизу-то мы не были, я же про это. Вот что это за дверь? Непонятно. Зайди и выйди. Еще раз нажми, только побеги влево. Влево? Да. Никаких дверей на окне открыл. А выйди отсюда. Да, давай нажму и выйду, и посмотрим, что там. Да, да, давай. Не, я просто не знаю, куда тут бежать в этом замке. Вот она, дверь, вон. Вот, да. Лол. Лол. А, это, ага, это только жизнь? Я думал, это вообще путь куда-то. Я тоже думал, поэтому так смело прыгнул. Ой, лол. Ну, короче, жизнь нафармить там. Ну, не нафармить, а бесконечно брать можно. Ну, правда, тяжело, она все влево катится, там фиг поймаешь. Хотя, ну, да. Можно, в принципе. Так, ну я по-прежнему не понимаю, куда бежать. Ну, где, значит, еще дверь появляется? Ать? Чё, да, я не сел, да-да-да, я понял. Ну что, попробуй жизнь-то взять, у тебя ноль. Какую? Ну, вот только что, которую я не взял. Не знаю, можно попробовать. Ну, правда, такая опасненькая. Не, ну я-то нырять не буду, никакой. Не, ну там она можно... Она туда покатится, то как-то я... Случайно нырнуть там... Это лол, пишет Санкл. Молодцы, да, это. Я вообще согласен, да, это лол. Все, черепаха, иди ко мне. Не, я не хочу тебя там разнить.
плохо. Нет, я подожду. Да что, ну что я не останавливаю? Ты издеваешься, грибочек? Взялся, закатился. Ну, сам Бог велел зайти сюда. Чего уж там говорить? Может, кстати, с листочком пойти налево и разбить там стену и, ну, взять все-таки тот кубик, который я брал. А вдруг там в том кубике П, кстати, слышишь? Который, ну, понял, ты говоришь, типа, да нафиг. Не хочу! Мне она не нужна. Мне жизнь не нужна. Где моя жизнь, любимая? Мы спим. Чё? Чё? Так ты нашел, куда надо идти, что ли? Нет, это выход снизу. Вот. Чё за шняга? Всё. А зачем ты нажал? Тут еще одна жизнь, тут можно еще фармить жизнь, офигеть. Ага. Нет, ну в смысле фармить, я имею в виду, ну, вот это и блюста. Хороший вопрос, Влад, у меня тоже такой же вопрос. Что еще? Нагибайся. Прям пощекотал голову шипами. Ты тогда умер. Ой. Ну так, наверное. Да хорош! Кушать меня. Чё то вон то за дверь? По-моему, там были. А, не были. А как мне попасть, хрен его знает. Нажми П и иди влево тогда. Ну, можешь вначале собрать грибочек. Какой грибочек? Вот тут вот... там блок надо было разбить. Как я тебе его разобью? Вот так вот. Вот! Тум-тум-тум-тум-тум. Чит? Да нет. Так и предназначено вообще-то. Дважды туда-сюда смотался. Шикарно же. На тебе, на, умри. Золоти. Так. Ну это не это, Дрейк. О. О. Лоу. А, ну да, точно. Она... И эта дверь ведет. А все правильно, если бы ты просто не забыл, ты же когда сюда вошел, ты там вышел, помнишь? И эта дверь ведет вниз, вот они же. Какая? Ну та, которая была тебе снизу. Ну так, по логике. Не забрали. А, кстати, а у тебя что, жизнь, что ли, была? Странно. Не знаю, может, на фарме где. Ну, вон он я. Ну, да. У тебя вроде было ноль. Странно. Ну, может, на фарме где. Ну, ладно, может, я 8-1 пройду? Да, и 8-2. По-любому. Когда я сейчас навернусь и сдохну. То есть, Марио на логику, найди ботер и выкинь. На логику? А, ну, именно этот уровень. Не согласен, не на логику. Потому что невидимые двери — это нелогично. Да, это на поиск секретов скорее. Это очень нелогично. Хотя Хабино сказал, что эта дверь расположена логично, которую надо найти. Типа он говорит, ну очевидно, что там должна быть дверь. Я просто слушал его, но не видел, поэтому я не знаю, где эта дверь. Без понятия, не смотри. Ну, в смысле... Хотя Нюх сказал то, что он, по-моему, искал очень долго ее. И, типа он удивился, что Хабино ее так быстро нашел. Ну а мы с тобой два краба, мы ищем очень долго ее. Ну вот и ищем. Че нет-то? Ищем. Вряд ли я пройду. Ты главное Матрёну не агри. То я знаю, сейчас берет и влево кидает. Это ж сюда, в который кидает Матрону. Человек это не очень стреляет. О! Ну блин.
Перелетело. Сначала Садов подумал, надо прыгнуть на трубу, потом. Нет, я долечу до пульки. Нет, труба. Не, не думал так. Давай фарми две жизни, короче. И будет норм вообще. Что, на монетках, что ли, нафармил мне? Да, две монетки, смотри, да, нафармил случайно. А, на пуш-тпшке собирал, но я понял, хитрый план. Так. Не, ну серьезно, не сливайся, чтобы я хотя бы 8-2, да, перескочу. И нормально будет. Не сливаться? Ну да, в смысле, я имею в виду, ну если ты две жизни соберешь, то можешь сливаться, у тебя останется одна. Или хотя бы одну собери, чтобы у тебя 5-0 было. Да я как-то не очень хочу сливаться. А там уж как получится. Так, не здесь. Да, через нафиг, например. А как бы мы еще сейфстейт загрузили? Да, больше муля, который поддерживает сейфстейт, и просто нет. Я посижу здесь. Мой большой каменный друг. Где-то не вопрос. Где грибучек-то? Сам Бог велел. Сэнкл, я бы не предлагал Меднафин, если бы он не был прикольным. Но тут я вижу, что он прикольный. Да хорош, я же жал! Я опять соскользнул. Санто, какие разные вариации? Я не понял, о чем ты. Нету других вариаций. Чтобы играть по сети со стейтами. Ну я... Нет. Давай так, я не утверждаю, что нет вариаций. Я их не знаю. Ну, может, я, есть. Ну, я вроде бы искал, не нашел. Ну, Меднафинг я не видел, но... Сомневаюсь, что еще есть. Там еще... Digital предложил MameHub. Я не знаю, что это. Да, Сэнкл, не мои это слова. Это я у кого-то тоже услышал. Тебе кажется, что мои, потому что ты, видимо, меня просто смотрел. И впервые меня услышал. О-о-о! Затравлено. Автоматная очередь. Сюда вылегли. То есть, вот есть MameHub, предложенный тем же самым диджиталом. Я не знаю, ему, наверное, нравится исследовать именно консольную платформу. Но это хорошо, по крайней мере, я узнаю о всяких новых интересных вещах, которые я не знал. Буду иногда посматривать его ленту. Вот. Какую ленту? Ну, он там ленту создал новостей. Туда кидает все, что находит. Интересное по эмуляторам там и так далее. Типа вернется? В Твиттере, что ли, или что? Ой, не помню, где там. На Виртуал где-то там. И вообще в тайминге никакие. Да прыгай в трубу, засранство. Спасибо. Смог это сделать. Я вообще за цветочком, за листиком точнее приходил. Так по сети играют, но сейфстейты не работают. В данном случае, как видишь, нам сейфстейт нужен не для чита, а чтобы просто продолжать длинную игру потом проходить. Тут смысл в том, Сэнкл, что этот Марио выходил на SNES, где поддерживаются официальные сейвы. То есть, ну, официально есть батарейка, где ты можешь сохраниться. В этом нет. А проходить его за один раз, это очень долго, потому что оно очень большое. Вот. И в связи с этим снова вопрос, потому что у меня почему-то очень... Не, это твой левел. Меня почему-то очень лагает эмулятор этого SNES-а. Как ты так делаешь? Нет, лучше по-моему. Вот. У меня очень сильно лагал эмулятор SNES-овский. Меня битрейт не тянул там. Ну, скорее всего, не именно на это задержка, там, дела. Вот, и стал вопрос, как пройти это Марио, потому что SNES отметается и не работает. Вот, а эта версия очень длинная. Вот я, собственно, и нашел очень интересную статью. Точнее, нет, я не нашел. Он сам предложил. Этот, где же там? На каком-то стриме он сказал, фу, да вы хотите по сети с Фужином, это ж не то. Вот. Я спросил, а чё лучше?
что лучше? Он сказал, это, по-моему, я играл с этим, с Night Ricky в Jurassic Park. А, да, а да, ты, да. А ты просто в чатике сидел. Возможно. Вот. И, собственно, я тогда задался вопросом, а чем же так хорош Меднафин, и, собственно, нашел его. Ну, искать не стоило там. Digital создал хорошее такое описание. Ну, вполне такое. Правда, там некоторые вещи не учтены, из-за которых стали проблемы. В серии, по крайней мере. Что контроллеры должны быть одинаковыми. Судав, ну что ты делаешь? Зачем ты пулю пихаешь? Ну там из тех, которые популярны, да, все. По-моему, ну, я там... бы не сказал всех. Все это очень-очень много. Я говорю, все популярные. Вот такие, да. Ну просто я тоже не вижу смысла там пилить на какой-нибудь эмуль. Поддержку. Давай перечислю, пока что там проходишь. Atari, Lynx, Game Boy Color, Game Boy Advance, Neo Geo Pocket Color, NES, PC Engine TurboGrafx, PC FX, я даже не знаю такой, Sega Game Gear, Sega Genesis, Sega Master System, Sony PlayStation даже. Кстати, я не знал, что он Sony поддерживает. Super Nintendo, Virtual Boy и WonderSwan. То есть половину даже... этих я не знаю даже. То есть даже PlayStation 1 поддерживает. Офигеть! Что, кстати, очень открывает интересные возможности Sony PlayStation PC типа играть. Почему? Ну я что-то не знал, что. Нормальный. Я не знал, что есть эмуляторы, которые Sony PlayStation PC. Да ладно, EPSH, он же умеет. Да? Да, есть эмулятор EPSH, который поддерживает Камелию, если не ошибаюсь. Ну все тот же протокол. Все тот же протокол. Камелия, конечно же. Ну, он поддерживает. Камелия это другое немного. Ну или как это. Ну, в общем, дурацкий этот протокол. Вот. Да, есть. Про него же Digital тоже писал. Ранее, естественно. На него предлагал как. Соответственно. Платформу для игр. Этот, как его, чтобы играть по сети. Ну, это новость там морально устарела, скажем так. Ну, короче, не знаю, надо посмотреть, да, на PS1 есть прикольные игры, которые можно вдвоем поиграть. Ну, это, наверное, даже не со мной. Потому что там начнутся какие-нибудь 3D-платформеры, я их терпеть не могу, ну, честно. Вот тот же этот, как его, всеми любимый Рейман. Ой, не Рейман, а этот, как его. Скажи. Краш? Да. Мне он не нравится. А я обожаю. Мне не нравится, а я этот платформер. Не нравится. Не, он классный, у него с управлением проблем нет. Не знаю, мне не нравится. Посмотреть? Посмотрю. Вот сюда застримит, буду смотреть. Ну, кстати, я думал об этом, может быть, даже и застримлю потом. Потому что посмотреть, да, я могу посмотреть, и хоть сам я не сяду. Я даже его, это, ну, там на 100%, по-моему, проходил, третий. Вот зря не прыгнул. Ну, как он меня за эту точку кусает? Дыш. Это файл. Не нажал. Учись, Микри. А я подожду. Давайте лучше вот эти пульки прилетят. Все, ну. Да я же жал вниз. Этот уровень не мой. Че ты за мной летишь, упоришь, что ли? Иди домой. Так, ну Матрона меня не пугает. А она может запрыгнуть на пушку, если что. А? Она на пушку может запрыгнуть, если ты будешь слишком долго стоять. Ой, а где тут монетка? Правее. Выстрелишь? Вот выстрелишь сначала, я потом нажму. Ой. Да прыгай на туда. Вот тут очень инакный. Юмить. Специально как выпрыгнул. 1-2 я под столом, в смысле? Блин, у нас уже жизни мало, ну что такое, 8-1 не проходится.
Ну потому что ты не проходишь 8-1. Это твоя задача, я специализируюсь по 8-2. Ну, блин. Да там листик взял, я... Делаю, что могу. Я лечу высоко. А ты листик собрал, да? Да. Что я там прошел? Ну, первый я прошел, да? Да, первый. Ну, жадюга. Да, блин, тупо слил. Да. Да отбеги назад его. Готащи. Все. И перепрыгни, не хватит. Не сливаться же на таком легком моменте. Легкий же момент. Опасно ты че. Я вот это что-то не очень. Вещь. Ну идеально. Вот и все. Не наезжай, ты же его охрану, что за дело? А можно наезжать, охране можно наезжать на клиента. Ну давай, тащи 8-2, твоя обязанность. Ну все. Погнали. Так Тори тоже сейчас пытаются что-нибудь изобразить. У нас эти жизни такое количество, 2-2. О, идеально. А, ты издеваешься? Пошел вон, солнце. Нарандомил. Все равно прошел. Нарандомил. Все равно прошел. Моя задача, я прошел. Все, и причем с первого раза, в отличие от Судала. Ну все, теперь ты знаешь о жизнях? Фарми там жизни. Да вот, блин, ты не сливайся. Сложно это сделать. Да не, вот та жизнь, короче, где монетки, ну, те... запрещают ее взять. Она легко берется. Вот ее всегда, наверное, надо было. Так, стоп, давай вначале так... А, нет. Как тут идти-то так правильно? Что-то я уже забыл. Да прямо иди, не парься. Вот, грибочек, главное, бери. Все. Да его еще слить можно. Тут все можно слить. Я еще как-то умудряюсь вот здесь сливать. Забываю про эту штуку что-то. Куда нужно зайти, сюда? Нет. Или... Не, короче, да, ну дальше иди. Почти до самого конца. Вот здесь никогда не получается его затормозить. Вот так вот. Я боюсь упасть в лаву, поэтому я подвергаюсь лучше одному удару, чем упасть в лаву. Ну не знаю. Вроде не сложно. Вроде не сложно, дальше беги. Ну. Я же жал, да? Да. Он же жал. Кстати, мне, наверное, даже не стоит так делать. Ну да, в принципе, смысла нет. У меня-то он все равно открыт для меня. Если уж сольюсь, то сольюсь. Я забываю иногда, что надо приседать. Мишанина. Пока я не знаю, как зайти в эту дверь. Какую в эту? Ну, вон та. А, которая закрыта там? Да. Да не надо, ну, я думаю, в нее. Это выход. Ну, пускай она даже никуда не ведет, но я не знаю, как в нее зайти. Это факт. Ну, я говорю, в нее, скорее всего, зайти можно только, если ты из нее выйдешь. Ну, явно же за стенами. Ну, с той стороны нет путей же, вот, здесь. Так, она может быть где угодно, эта дверь, вторая. Да нет, тут логично все связано. Пока что. Вообще... Да хорош! Ну, вообще, да, Нюк говорил, то, что если карту составить, то все логично будет. Не, пока логично все. Блин, ну надо жизнь-то взять. До жизни надо еще дойти, оказывается. Вот там сложно. Удаляй доску. Ты опять доску, что ли, поставил?
Задал, в который поставил бочку. Ну и 100%. Что это за бот такой? Судов и доцка, ну как обычно. Ну блин. Я думаю, чё он не берет трубку синюю? Пишу ему, пишу, он, короче, не берет. А, он в доцку играл, спал он. Я же знал это. Ничего подобного. Сам сидит, играет в доцку. Вот эта дверь должна быть вот на этом мостике. Вот здесь. Здесь она должна. Думаешь? Ну я думаю, вряд ли ты сюда с пешкой добежишь. Или сможешь. Ну очевидно, ну очень очевидно. Я лучше здесь пробегусь, вы знаете. Ой, да, вообще я. Нет, ты уедешь от меня, а я потом побегу. Едь отсюда. Ой. Я думал, я миную этот момент. Этот момент жопошный. У тебя вся надежда. Я опять так же сырью, блин. Деньги. Ты, главное, об эти шаги не сливай, это уж слишком. Ладно, еще в лаву сигану. Она как бы... Если бы она хп тратила, но... А так она сразу убивала. Ну, это хотя бы логично. Ну, логика, да, есть. Ну, вот, вот, это дверь. Да 100% она здесь должна. Ну, я понял. Типа, это обратная сторона просто уровня, да? Да, 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 да. А в той двери что наверху? Там ерунда какая-то, да? То есть тут вообще все логично. Стоп, а что вот тут? Тут, ну, место из-под пресса вертикального. Нифига себе. Да тут жизней тонны. Включай фармилу 9000. Я, кстати, придумал, как нафармить. Думаю, она не появляется, это вряд ли. Да не, она же кирпичиком становится. Нет, не... А, ну, в смысле, таким не разбиваю. Да-да-да, вот таким вот. Сюда? Да. Нет, дальше иди. Вот здесь выбивай крайний кирпичик снизу. Это будет жизнь, все стоит. Ну сейчас она к тебе покатится. Вот еще одна жизнь. Уже фарм пошел. Фарм жизни. А дальше куда? Ну вот сюда, тут единственный выход, к сожалению. А где еще одна? А еще одна. Это где-то там секретная какая-то дверь. А, ну, короче, она слева. Ну ладно, я одну жизнь собрал. Ну, в смысле, то есть дополнительно. Плюс один. Да. Жизнь. А я сейчас пойду первый левел проходить, они мне нравятся больше. Не-не, давай тоже бери две жизни. Ека. Хотя бы одну, чтобы, ну, еще одну попытку была. Мать? Там, чтобы первую взять, там почти через лаву-то прыгать толком даже не надо. Там в легком только месте. Тыщ. Правда, там шанс грибок слить, и как раз таки я слил. Ну, это и то по глупости скорее. Где ты, дверь? Колись, я знаю, что ты здесь. А чё, сюда, да? Да. Сюда. Нет, она же не отъедет. Поздно, я забыл. Неважно, идем дальше. Эта жизнь мне не нужна. Думаю, в принципе, налево сейчас пойти. Хитрец. Чит? Чит, да? Ты куда, засранство? Ну вот. Так, все, одна. Уже себе продлил попытку. Да ножа уже! Ну, по крайней мере, это не с первого уровня.
Но зато проверено, так можно сделать. А у меня увеличено количество жизни. Если там запирают, берешь грибочек, ударяешься тупо. Так, а тут больше чем 99 жизней можно собрать? Думаю, да. Думаю, под байт рассчитано. Один. Так аж плохо сейчас было. Я сюда еще ни разу не ходил, вот это место твое любимое. Да, я там часто клиент. Ну тут сливаться ж не очень. Второй не буду брать нафиг. Что дает вон тут? Лол, да как? Прыгни налево. Нет, надо там с... Налево. Там надо с этим с листиком. Ну, я хотел посмотреть. Логика как-то нелогична. Она, разумеется, она исчезнет, да? Да. Минус один на жизнь. Я просто побоялся слить совсем. Да, вот он выйдет. Вон, а впереди еще одна есть. Могу пойти налево, ту стену разбить. Да нет, там не нет. Что за одна стена? Пойди лучше еще жизни возьми, сейчас я тебя научу жизни несколько. Я кажется, план хитроумный. Ну, в принципе, я еще могу две взять, да. Если я могу, ты не шаришь. Прыгай, вот сюда заходи. Бери этот, нажимай и уходи обратно. Прыгай. Убивай нижнюю жизнь. Так исчезнет живого. Ну сюда же может было ж. И сразу уйти. Ну, так она долго же падает. Да надо было вначале идти в дверь в эту. Да она недолго падала. 5 секунд падала. Ладно, неважно. Жизнь есть. Ну хотя бы да, то есть 0-0-0. То есть 0 потерял, 0 взял. Ну сейчас когда сольюсь. А что здесь? Я забыл. Здесь у нас это. Здесь логично, ты выйдешь снизу, да. И зачем? Не знаю пока. Да лол, они издеваются? Сколько тут жизни можно собрать? Ну ладно, я понял. Жизни для того, чтобы долго сидеть на этом левеле. Потому что он действительно не очень. Куда тогда идти-то сейчас? Сейчас уже будет неважно скоро. Сливайся, все, сюда, давай, сливайся, пока. Не, специально никогда. Аж паузу нажал, тихо. Блин, ну это проблема тут, конечно, без урона пройти. Че поведенится? Ну зато рычаг не сорвется. Ну а че мне? Возможно. Сольется, ну же. Ну же. Нет, будь задавленным. Не надейся. Будь засранец ты. Фармила. От Торыча научился. Стой, включи с этой стороны кнопочку. Сходи вправо. Вправо? Да вправо-то ходил вроде. Вправо сходи. Вот она дверь. Лол. Лол. А, на этот тормозит. Да. Лол! Бомби его с пулят! Бомби! 6 раз! Ну ты затащил, ну в плане догадался. Ну я, короче, логически подумал, что выходов там нет. Почему?
потому что все двери, они соединены на этом плато, и выход будет только в середине там уровня и так далее. То есть выхода вперед не было. Mm. Все, теперь можно с первого левела выходить. Да. Так зачем ты вышел? Это назад путь, что ли? А там слева был назад, что ли? Ну там еще одна дверь. А. Это и есть назад. Это та дверь. Ну все, хотя бы чекпоинт. Ну вот, я думал, вот это вообще дверь. 8-3. А, тут нету 8-3. Тут уже Another Castle, но еще принтанчики. Ну вы поняли, да? Вряд ли это будет сейчас затачено с первого раза. Не, ну я хотя бы посмотрю кораблик подольше. Кораблик? Ну или что это такое? Танчик. Ядерная установка, маньяк. Ты эксперт по танкам и не узнал танк? Не, что-то знаешь как-то. Модель неизвестна, если что. Мика? Какое пошло? Надо до конца санкл дойти, и там босс. Ну, такой босс, как обычно, легкий, но до него еще дойти надо. Вот здесь я могу использовать всю мощь моих листиков. Я думал, это бомба! Обманщики. Вот это бомба. Так как? Тут все карты звездочку убивают. Ну все, сейчас я буду приходить расходовать свое богатство. Ай да, тучку. А, нельзя, по-моему, тучкой перелететь эту штуку. Там же замочек, видел? А, точно. Ну просто у тебя тучка была. Ну да, зря не использовал. Усыпи его, усыпи. Вряд ли. Да просто так. Вот теперь можно инвентарь тратить, последний левел пошел. Кстати, еще что мне не нравится здесь, то что может и камеру задавить. Ну, то, блин, в Нессе часто и в Сиге. Не, вот именно в этом левеле Марин. То есть как бы в замке меня никто не торопит, пошел туда. И здесь судов не нафармится даже. Наоборот, даже протрачу. Ну теперь можно ходить свободно, и это мне нравится. А, и причем танк одноразовый. Ща, я помогу тебе, Судал. Я бегу к тебе. Где это? Столько труб проходить надо. Понаделали всякой шняги. Просто потому, что у меня есть что. Капитан Еда спешит на помощь. Чух, ну не надо о еде. Еда это плохо. Еда это плохо? Да. Потому что сейчас я не ем. Так, вот там можно прибежать. Ты обалдел так кидать? Мне не хочется есть. Не хочется. Мне бы хоть сейчас что-нибудь бы съел. Зачем вообще есть? Не знаю, это вкусно. Чего я творю? Я понадеялся, что долетит. Скоро минусанешься. Нет. Не такой, я не буду минусоваться. Ой, да ладно, такой коротенький, но тогда да. Кто здесь? А чё он такой изичный тут? Или чё? Да хорош! Да ты... Это затуп. Это был просто затуп. Бери листик. Ну блин, тучку даже не использовать. И молоточек. Убей молоточком там. Ну только че нафармили, только че в следующий раз таким пухнем пойду.
Интересно, наверх можно залететь? Так ты залетать-то не можешь. Ну если перышком. У меня-то перышко. У тебя перышко есть? Не, не перышко, а листик. Я имею в виду вон на те верхние платформы, где пушки крепятся. Так ты не можешь листиком залететь, тебе разогнаться негде. До самого начала. Пока она еще не появилась. Не хватит. Думаю? Мне кажется, да. Ну попробуй. Я забыл нажать! Вот, но... Да не хватит тут места, ты чё? Ладно, не хватит. Хорошо. Так, я помню это место. Хлам меня опередил, поэтому такая очень обидная. Сейчас. Я не жал. Ну да. Судя так по внешнему виду, он не жал. Что ж поделать? Бывает такое. Че, тучку взял? Нет. Облачко. А надо было. Хотел молоточек использовать, но не получилось. Да я тучкой перелечу замок. Ты тучкой хочешь перелететь замок? Ну да, сразу на концовку игры. Ну давай, я согласен. У меня лягушка есть. Тучку использую. Иди, не хочу тучку. Там лишь замочек. Да, разогнаться-то негде. Так, ну все, тут Мика, я помню. Да хорош! Ну что такое? Твой не туда прыгал. Ага, конечно. Мой друг, конечно. Что ты запарили? Они еще как-то появляются в разных дырках. Буду сидеть и бояться. Сидеть бояться. Как его не прошел? Вот это я в шоке был. Ну, закраблено было. Пшу вон! Так, все, иди сюда. У меня раунд 2. Как-то можно было не пройти. Я сам в шоке. Ну я отыгрался, раунд 2 я выиграл. Да. Так сказать, 1-1. Ну все. Иди убивай, короче. Можешь сходить за листиком. Беги. Все, ручка. Бывает. По-моему, наверх надо, да. Прыгай. Огонек за тобой, если что. Ну, я понимаю. Плюс, я бы, да нет, какой там флоулес-то, он же потерял листик. Не, ну листик я не на боссе потерял. А, ну именно на боссе, да. Наверное, имею в виду босса. Ага. Ну давай, да, тут просто выбежим. А я тихо пойду, спокойно. Так и я спокойно. Вот, вот это. Не надо идти за мной. Ладно, ничего страшного, все нормально. Теперь надо только лишь спуститься. Еще что-то, скорее всего. О, какой-то не очень момент. Наверняка сюда. Офиг. Это жопошное место. Да-да-да, сюда я вспомнил. Ура! Ну короче, там прыгаешь, там дверь выход. Ну все, прыгаешь. У нас, короче, даже по сегим-оверу мы все равно идем сразу в этот замок. Фигелись.
Ломай молоточек. Замок сломать молоточком, да? Было бы прикольно. А, ну да. Было бы прикольно. Что ты делаешь? Зайди в один клик. А, тут нельзя выйти, ну, короче. А, тут шняга. Снова на начало, да? Угу. Очевидно. И все же тот... А что такое? И все же тот замок действительно логичный. Ну да. Все двери ведут назад. Я, если честно, очень поздно понял, что двери не просто телепортируют, а как бы, ну, просто нас на ту сторону переводят. Не, это я уже понял сегодня. Начал... Тоже, но тоже только сегодня. И начал искать альтернативные пути движения. Ну вообще, да, логичная дверь. Нюк прав. Фабино. Фабино сказал, что она логичная. А, ну, значит, Фабино прав. Да, она логичная. Единственная дверь, которая кидает вперед. Наверх надо, короче, по тем маленьким там дверцам. Я помню. Хотя спидран, по-моему, прошел не так. Он тут тупо летел. Да. Вон она. Ну, это сейчас полезно. Ну, там вон она. Угу. С разгоном. Откуда тут разгон-то возьмёшь? Ну, вон, со старой разгонись. Ну, да. Сразу вверх теперь. Что-то фигня какая-то. СПС. Что-то фигню какую-то тебе сказал. Ты сделал. Ладно, я так делать не буду. Ну, не везде аналогично. Ну чё, начнём, босс? Тратить мои великие запасы, да? Не знаю, зачем я летаю. Просто прикольно. Сидеть. Так, ты предлагаешь вот здесь ждать. Потом быстренько. О. Ой, да что, что я делаю? Так, ты ничего не видел. Без комментариев, да. Это оставлю. Это без комментариев, вы же знаете. Я же не мог слить. Показалось. Ну да. Я просто маленьким сюда пришел. Ну, то есть пусть она должна начать падать, а потом уже прыгать. Спокуха. А, это по маленькому кругу вращается. Я думаю разогнаться. Ну, ночной кошмар. Сходил бы за цветочками. Да ну, там листик. Ну, в смысле листик? Первые две легкие. Наоборот, вторая, третья легкие. Нет, рыбки. Ты меня не увидишь, рыбки это не очень. Очень не очень. Ну, в данном случае они не сложны. Га-га, кому как. Наконец-то он запрыгнул. Этот Марио смог. Да нет, затащим-то понятно, тут легко. Ну, это, блин, уже все. Тут загадок особо нету. Насколько, да не скажи. Ну, по-моему, насколько я понял, тут только загад, ну, относительно, типа, надо подумать, как убивать босса. И то я частично помню еще по прохождению, которое давно смотрел. А как Фабино убивает, я не видел, опять же, только слышал. А, да он же изи. А, ты даже помнишь точно? Я помню с этого. Драна, помнишь, я тебе говорю, я смотрел. Он, короче, читерную вещь предложил. Вот. Я толком не понял, как она работает, если честно. Вот. Ну,
напоминает, какой Марио. Блин, ну зафига я связан. Слишком медленно летит. Да. Вот. Но он предложил там интересную вещь, конечно. Я говорю, опять же, не знаю, как она реализовывается. Лягушка. А с чего ты взял, что читерно? Может, так и надо? А, ну смотри, там смысл какой. Есть, когда ты в определенной форме, он там был в виде летуна, можно этот, как его? Удобно? Можно сделать так, чтобы он прыгнул на тебя, ты потеряешь первую форму, но больше он тебе не дамажит. Ну, это баг? Ну, вообще, ну, я так понял, да, естественно, это баг. Ну, не надо так делать. Ух ты ж. Ну, я лягушенька. А как ты туда будешь прыгать? А, он выше прыгает, что ли? Я? Да лучше буду прыгать. Да куда ты? Фуга ты, лягушка, да что ты делаешь? Ребят, не берем сюда лягушку, она не очень. Ну, я могу расходовать весь инвентарь, но это чтоб вы поржали. Сейчас мишку возьмем. Нет, с Анклом вроде не так. Ну, сейчас увидим, дойдем, увидим. Че гадать-то? Нет, 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 не так. Не так. Ну то чистый баг, конечно. Ну что он там потом... Так, ничего не делал даже. Как, блин, меня никогда не забуду, как мне это... Когда Боша на работе проходил, вот, да, и там... Ну, коллега один видел Боша только на спидране у Калиманду и больше нигде. И когда я, то есть, там проходил, да, уже там Мегамена босса прошел и спрашивает... Блин, а тут есть босс, который ничего не делает? Типа, я видел такого. Блин, я думаю, какой босс ничего не делает в Боше? Ну, короче, оказался этот Геннон. Потому что там баг, если там кнопку 1 постоянно жать, то он начинает повторять фразу одну и ту же, и ничего не делает. Мне тут запомнилось, босс, который ничего не делает. Так же и тут Марио, да, босс, который не дамажит. Типа, ну, только если использовать баг. Не, ну вообще это плохой баг. Ну да. Слишком уж. Слишком читорно. По-моему, зря ты лягушку взял в тот раз. Ну, в смысле? Блин. В смысле лягушку взял в тот раз зря? Ну, да ты... нормально? А, ну не знаю. Мне в самый раз хотя бы поржом. Да ладно, игрок со стажем, но ничего, что не мировой рекорд. Ну, вообще, я бы не стал с Калиманду соревноваться в знаниях. Не, ну почему, можно. Ну, только надо на это потратить где-то годик хотя бы. Ну, с нынешними моими знаниями это не справедливо. Енот, который летает. Ну а что тебе не нравится енот? Такой же объемный, как тот, кстати. Вот. Тык-тык-тык-тык. Да помогут мне небеса. Не помогли. Санкл есть, конечно, у него же недавно отбили рекорд, и вот он его сейчас обратно отбил себе. Что там, уже на секунды идет? И нет, на секунды, по-моему. Хотя он, по-моему, даже на несколько минут еще побил. И причем на рейпе его по смертям побили на одну смерть. У него было 33 рекорд, а кто-то прошел на 32, и он сейчас хочет обратно себе отбить. А по времени у него все равно, по-моему, рекорд. И на рейпе тоже. 1:06 вроде. Прикинь, за час пройти больше на рейпе. Да нет, это не для меня. Вообще мне не очень нравится багаюзерное прохождение. На рейпе там баги практически никакие не юзаются, только вот, наверное, на боссе, потому что там же нет сейвов. Да ладно. Ну. Там нельзя четвертый мир пропустить, там перелететь там Градиус,
Никак. Сейва-то нету. Не, ну там есть и другие, помимо этого. Ну, таких вот серьезных, которые прям значительные куски позволяют пропустить, их нету на рейде. Почему? Потому что ты разогнался. И надо было разгоняться. А, наоборот, там медленно надо. Ну чё, кто у меня ещё есть? Грибочек. Да, у тебя тучка есть. Не хочу тучку тратить. Я потом буду летать. Я потом полетуна из себя сделаю. Говорит Санкл, то что Гриманду играет нормально, довольно отлично. Ну да, действительно. Ну так, то есть, ну так себе. Ну да, довольно, средний юзик. Да, ну довольно-таки отлично. Это я играю как вафелька, а он просто средний юзик. 10 проходил минуты за 2. Ну, да. А ведь есть такое за 4 минуты, там какой-то баг на первом уровне нашли, который да, да, сексуал гривен. Да-да-да, слышал, Сриу, короче, который сразу до Солгрина телепошкает. Чё, чуть-чуть это не запрыгнул. Вообще яу. Ну, в смысле, я не знаю, что там имеешь в виду, но ты написал довольно слово. Они вообще не стреляют, оказывается. Да я без понятия. Это я так проверил. Стреляй! Разгонялся. Вот я бы уже слился, потому что у меня тут крипка нету. У тебя читы. Какой чит? Я честно зарабатывал это. Лет 20. Опа. А вот и босс. А, ну ты понял, да, что надо делать? Конечно. Ну тут, блин, то, по-моему, это элементарно догадаться. Слишком. Ведь я не помню, он умеет точно вниз кидать? Да что у тебя? Вряд ли. В смысле точно вниз? То есть прям вертикально? Не. Да хорош! Рандомил. Не, нельзя на него прыгать. Нет, конечно. Ну давай, тащи. Засранец пытается меня обмануть. У него есть шансы. Да хорош так прыгать. А что он так косо стреляет? Он даже в тебя не попадает. Ладно. Я вообще не знаю, по какому принципу он стреляет. Ну смотри, вот почему она не долетает до тебя, хотел сказать. Вот я хотел это узнать, он может вниз стрелять, ну то есть еще ниже блока. Может, Садов, может. Ну я понял. Запиши это себе, пожалуйста, может. Вот, и вот здесь, вот как раз таки я дошел, да, теперь можно показать. Когда он делает первый прыжок наскок на камень, можно стоять... как-то там, именно как-то, я так и не понял как, он там стоял, что он разобьет кирпич, и ты станешь неуязвимым, ну как будто бы ты кирпич был. То есть тебя уже нет, фактически, вот, зон удара твоих нет, а он будет прыгать, ну, соответственно, сольется. А ты просто стоишь и ничего не можешь. Ну не, давай по-нормальному пойдем. Ну, тут я тебе скажу сразу. Это, во-первых, надо понять, как он это сделал. А-а-а. Там не просто тупо стоять. Иначе он тебя просто задавит. Вот тут в чем фишка. Там как-то он по-особенному это делал. Если будешь просто стоять, он тебя ударит и все. Ты потеряешь хп. Ну, да, хп считай. Если ты большой, а так ты помрешь. Ну все, посмотрел мою страту. На этот замок вообще изи. Тут нет ничего такого. Угу. По-моему, он может разное количество выстрелов делать. Нет, нет. Он попадет? А, чё тут? You too slow!
что мы можем сказать Судалу? Только you too slow. Так я, блин, ну не мог там выпрыгнуть как-то. Ну да, да, я же сжал. Так в этом вся фишка. То есть нужно более широкую область разбивать. Ну, область нужна такая, чтобы ты мог сам там двигаться. Область можно какую угодно. Как бы здесь тебя никто не ограничивает. Что хочешь, то и делай. You are to слово, это как-то, блин, неправильно, не по-английски. Are это являешься, то есть, ну, типа. Ну тогда уж слоупок. Да, you are слоупок, это да, но тогда без to. Да что? Я же жжал. Я что-то просто так сливаю. Слушай, возьми мой грибочек. Я думал, может, за грибком тем сходить, но только как тогда возвращаться, не очень понятно. В смысле? Ну, которого там, ну, ты, ну, где, помнишь, грибок тут взял? Я вот туда не пойду, сразу скажу. А я вот думаю, сходить все-таки надо посмотреть. Не, ну там можно вернуться. Ну, попробуй, что тебе последняя жизнь. Все равно вернешься сюда же. Ну да, в принципе, без разницы, сколько тут жизней. Тебе все равно с одной жизнью надо завалить этого браузера. Почему? Ну, в смысле, что ты не умрешь. Чтоб ты не умер. Так-то замок у тебя всегда перед тобой. Потратишь жизнь, вернешься. Подкатишь контос, вернешься. А вот если сольешь на браузере, это будет печалька. Я так понимаю, вниз надо. Вниз? Ты уверен? Ну фиг знаю. Уже, не, уже не очень. И это или на это начало уровня, путь, да? К браузеру. Это какой-то другой путь, что ли, вообще? Ну, походу. Ну, это неплохо. Блин, стреляют? Нет, откуда я знаю. Нет. По-любому же, да. Нет? Нет. Что-то это как-то мне не нравится. Микри. А теперь микри, да? Да-да-да. Тролль, а? Ну, в принципе, это нормальный путь. Ну, тут даже два грибка можно собрать. Интересно, какой из пяти правильный? Ну, без разницы. И есть ли тут такой? Ну, это вряд ли, без разницы. Вот у меня что-то такое сомнение, что есть разница. У тебя что, листики закончились? В смысле? Вот. Не, я по порядку иду. Я по порядку иду, все, что осталось в хламе, инвентаре. Не смотри на меня. Совсем уже смотрит. Зачем там вообще эта свечка, если она, по сути, даже ничего не делает? Ну, ты сразу уходишь. Может, быстрее прыгал. А. Не тормозил. Ать. Интересно, мне там цветочек дадут? Да, почему нет-то? А пёрышко может дадут? А, нет, скорее всего. А, ну хотя вообще-то да, неизвестно тут. Но все равно ты... А, да что я делаю? Все равно ты браузера не завалишь. А, легко. Да, браузера ж нельзя завалить. Точно. А то я что-то уже подумал, может, я его расстреляю? Расстрелять. Ну да. Бери у меня листик из инвентаря, я разрешаю. У меня еще куча всякого хлама. Я так думаю, еще на контус хватит инвентаря с грибами. Лопаты там будут. У меня еще есть звездочка, которую я потеряю вот ровно едя на этом лифте. Ну, здесь так пробегу, звездочка вот здесь начнет мигать, и она вот здесь закончится. Ну да. Бесполезная. Или вот тут где-то. Самая бесполезная вещь в Марио в этом. Это инфосотка просто. Не, есть уровень, который без нее не пройти.
Какой? Ну, помнишь, который мы не прошли? С цветочками, но оно там дается. То есть, а, ты имеешь в виду именно вот из инвентаря? Да. Ну, да. Ну, редко. По-моему, да, может, бесполезная вещь, потому что она практически сразу заканчивается. А уровень обычно начинается, ну, плавно. Даже если я возьму эту звездочку, у меня вначале все равно будет звездочка. Она мне никак не стакается. Опасно. Привет, сюда выберут опасный момент. Тейк-килл, здорово. Повезло. Да, так предназначено. Думаю. Вот так? Ну тут я побоялся, что она просто меня заденет там, даже если я там буду сидеть. Пригнулся бы. Прикольный. Не прикольный. Да все, остальные не стреляют. Вот здесь, мне кажется, момент немножко сложноватый. Ну, такой опасненький, да. Там легче, мне кажется. Может, кажется. Да кажется, да нет, в принципе, ничего сложного. Да, боже, дай. Ну вот. Другой браузер. Все, у этого больше расстояния кирпичей нужно. Все, я увидел. Но мне все равно, я могу там направлять. А, в смысле, это легче, что ли? Да, у него больше кирпичиков снизу, которые разбиваются. И он прыгает чаще. Один раз стреляет, один раз прыгает. Ну и все, так вот ходи вот туда-сюда. Ну и сейчас сюда вот затащь. Не факт. Ну блин, видишь, он тупит что-то. Да какая разница, ну тупит и тупит. Пока. Чё? Изикок. И чё? Ну я его браузер называю. Ну всё. Да не, он браузер. Марио 3 затащен. Да изи. Ой, а что-то мне не хочется в эту дверь заходить. Она наркоманская, иди в самый раз. Хорош ныть. О, а что у него глаза красные? Ну ныло долго. А, ну вообще-то да, логично. Сколько ты там шел, проходил этот замок? Ох, спасибо вам за то, что спасли меня. Вы прошли долгий и... Блин, не могли еще медленнее писать? Опасный путь. Это для меня. Вы молодец, меня это всегда убивает. Ну как-то, блин... Не сочетается это слово, вы молодец. Ну, потому что вроде вы, кажется, множественное число. Ну, потому что нас двое, как бы. Мы ж на двоих, поэтому... Мир травы. Да. Ну, травы они, видать, много курили, поэтому все нормально. Ну, водный мир самый не очень. Вот эти вот штуки плавающие. Да не, нормально. Гигант. А, ну да, где все здоровое было. Прикольно, кстати. Mm-hmm. Мир неба. Не что-то помню. Там, что-то там на Марио наложили камень, по-моему. Мир льда, ну это прикольно, мир льда, поскользили там. Мир труп? О господи, и такое есть даже. Ой, это самый отстойный мир. Эти его танки с кораблями, это просто жесть. Конец. Ну все, игра пройдена. Наконец-то за 4 стрима, да, вроде. За первый стрим мы прошли с 1 по 4, точнее по 5, ну то есть первые 4. Потом мы прошли 5 и 6, потом 7, часть 8 и вот час 8, то есть 4 стрима. Следующая игра, да, не знаю. Какая без будет, понятия. Такая будет, да. У меня-то есть еще куча непройденных. Там Тохи, Форза, ну, короче, разные. Не хочешь сейчас Тоху 13 на нормале за гейм? Я? Ну, не знаю, это сейчас уже это дело другого стрима. Ну, все, я так понимаю, игра все на этом. Вот, так что стрим на этом, соответственно, заканчивается. Кстати, стрим коротенький получился, всего 1.5 часа.
Ну, прошли, так прошли. Ну, зато пройдено. Да, все, вопросы, пожелания, замечания, предложения можно, как обычно, писать в чат. Тоже спасибо за игру, наконец-то мы прошли. Да, и тебе спасибо. Спасибо, как обычно, чатику, Сэнку, спасибо. Ну, в общем, я надеюсь, сюда что-нибудь запилят, потому что Тога очень не хочет ничего пилить. Все, всем до скорой встречи. Пока. Всем пока, увидимся.